расскажи, где мы находимся, в каком городе? Город Волжский. Это зачем мы прям, сюда приехали? Прям рядышком с Волгоградом, да? Вот, заехали к партнерам из параллельной структуры для того, чтобы познакомиться и, соответственно, поделиться частью своего небольшого опыта работы в сети. Да, девчонки сейчас нам передадут привет. Привет, спасибо вам большое, что вы приехали. Я вообще не жалею, что я полночи не спала. Я ждала вас, да? Путешественников. Маша, ты не одна пока. Я готовилась, я ждала. Вот, это просто классно вообще. Просто спасибо вам за то, что вы здесь. За то, что вы сейчас перевернули вообще все мое видение. Спасибо вам. Как тебя зовут? Для других, чтоб. Меня зовут Мария Беляевского. Все запомните, Мария. Будущий миллионер города Волжского. Кстати, владелец этого офиса, в котором мы сейчас находимся. И замечательный человек, который нас сегодня приютил. Спасибо тебе огромное. Я очень рада. Привет, тоже хочу передать. Наконец-то увидели Олесечку вживую. Очень приятно. Она еще красивее, чем в интернете. Многому научили. Спасибо вам огромное. Ждем в Волгограде. В Волгограде офис? Да, я склад-держатель. Да, я склад-держатель. Да ты че? Полина Бельских. Обалдеть! Слушай, так мы сейчас в Волгоград едем к тебе. Ради бога. Привет всем, меня зовут Екатерина, мне очень приятно было с вами познакомиться, вы много открыли для нас снова. Вот. Вопросы наши ответили, я думаю, что у нас все получится, и мы будем только вперед идти. Класс. Всем привет, меня зовут Наталья Чирва. Да-да-да. Поработали над этим. Чирва, все должны знать. Да. Ну, цель поставлена, естественно, стремиться для того, чтобы получить машину от компании, и чтобы у нас ветка развивалась полностью, не только у меня, у девочек, будем командно работать, это самое главное. Спасибо вам за видение, да, и за наши вопросы. Мы совершенно новые люди здесь, буквально месяц. Хочется результатов больше, и вы нам помогли в этом разобраться. Спасибо большое, что вы приехали. Для нас это очень значимо. Ну и давай резюмируй. Резюме. Итак, резюме. Так, это Олеся Селезнева. Шикарная вообще возможность пообщаться. Мы на самом деле тоже от вас заряжаемся, да, вот от таких приятных отзывов. Спасибо еще раз. Вчера убедилась, что мы действительно не просто строим бизнес, мы в какой-то огромной такой семье Армель, да, когда едешь, и тебе по пути предлагают ночлег, это, ну, просто вообще супер классно. И хочу сказать, что, друзья, мы движемся дальше, и сейчас мы едем в Краснодар. Поэтому собирайтесь, чтобы потом не говорить, что ваши партнеры не успели. Краснодар впереди. Всем пока. Команда Number One. Пока. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.